Всем доброго времени суток, меня зовут Ван Гарат, и мы продолжаем проходить Your Turn to Die, первую половину первой главы, третьей части. В прошлой серии мы ознакомились с новой механикой, так же как и с новыми старыми персонажами. И теперь продолжаем искать некого Мидори, которого нам нужно убить. И возможно получить за какие-то бонусные очки, я не знаю уж. Какая будет награда за прохождение этой побочной игры. В любом случае, мы обнаружили некие ворота, и давайте разбираться, как в них войти, что ли. Заперто, возможно. Возможно, может пойти в сторону куда-нибудь. Так, это что за труба? А, это какие-то столбы, они похожи на электризованные. Лучше нам через них прыгать не пытаться. Какая-то бумага. На ней что-то нарисовано. Так, загадочная схема, разбираемся. Так, тут у нас могилки. Это план этажа? Как щедро, никогда раньше не получали ничего подобного. Хм, он даже довольно уверен, что мы не сможем убить его. Интересно, где мы сейчас? Смотря на карту, тут какой-то ринг. Это какие-то лифты, что ли? Или нет, это лифты, а это тогда что такое? Глядя на эту карту, похоже, что мы... Что это наша нынешняя локация? Блин, эти комнаты где-то довольно загадочно. Но если мы используем это, мы не потеряемся. Думаем позитивно, Кутара. Хм, да, полагаю, что так. Получили карту этажа. Так, и теперь может перемещаться между этими локациями. Ну, не знаю, давайте пойдем побоксируем. Потренируемся перед встречей с врагом. А, это место? Что такое? Это выглядит как спортзал, в который я раньше ходил. Может быть, все локации будут связаны с персонажами, в конце концов, их тоже 6, как и персонажи, это очень интересно. Может, я просто совпадение имел? Ну да, скорее всего, каждая локация будет иметь отношение к кому-то из персонажей, надеюсь, цирк тоже будет. Не знаю. Не собирается заставлять нас сражаться еще одним монстром, тогда давайте. И никогда не проиграй один на один. Я чего пока не понимаю, так это в чем смысл разделения на пары, мы же все равно все вместе тусуем. Может, подразумевает, что мы должны разделиться, и как бы кто первый убьет Мидори, та пара и получит какие-то очки, не знаю. Но если не собираюсь сражаться еще одним монстром, да давайте, я никогда не проигрываю здесь один на один. Так это будоражит твой боксерский дух. Меня боялись, как единственного неповторимого, простите, кабриолета разрушения. Что это за прозвище? Что это за прозвище такое? Над тобой издевались? Что ты имеешь в виду? А, ничего. Эй, давайте искать. На кабриолет разрушения, это, конечно, звучит... Ну, хотя с другой стороны, да, ну, даже не знаю. Это... эпичное ли это прозвище, или все же... Не такое уж приятное. В любом случае, яркие канаты окружают ринг. А мой спортзал был не таким красочным. Тут ничего подозрительного, ринг как ринг, какие-то окошки, внутри темно. Чувствую, нас там как раз и поджидает. Давайте попробуем войти. Ну, вошли как смогли. Эй, вход тоже исчез. Мы эти дома заперты? Что-то начинается. Осторожнее все. Я не против. Я им то начищу, блин, лица. О, свет. Я слышал, что-то от стен идет. Ребята, вставайте на ринг. Что за... Что это? Жидкость течет из стен. Это магма нас расплавит. Ну как расплавит? Ну вот, сгорим. Вы что, издеваетесь? Так это будет не монстр, блин? Это обидно, конечно. Что нам вообще с этим делать? Похоже, твоя специальность, Сара. А? Просто смотрись в комнате. Используй свои острые глаза, чтобы найти что-то подозрительное. Что-то подозрительное? Зачем позволь твоему дружелюбному полицейскому и компании быть твоими руками и ногами, чтобы решить эту загадку? Поняла, я попробую. Что же, это все замечательно. В такой момент хочется сохраниться. Время пропускать, думаю, нам тут никак не рекомендуется. У Гина тоже должны быть острые глаза, давайте осматриваться. Сара смотрит. Жидкость течет под ринг. Как найти, типа, должна найти дозрительные места Ирина, у меня будет осознание. Какая-то странная тень на земле. Что это за тень? Там что-то на потолке? Как же здесь есть тень, означает, что-то заслоняет свет. Я смотрю на потолок.
это еще какой-то провод или веревка, или... Там нож в потолке. Но какой нам толк от ножа? Хотя... Нож-то перерезать, и не только в людей тыкать. Это правда, но это опасно, если нападет. Это ловушка. А вы не думаете, что нам понадобится для этой загадки? Это возможно. Но даже гитары сочил сок, чтобы дотянуться до него. Кто-нибудь есть идеи? Ловушку, чтобы бить на всех вместе. Я не должен умирать здесь. А что толкнем, что могу его достать, если я прыгну с веревок? Чего себе рестлинг, давайте попробуем. Хотя толку мне от ножа-то. Словил тебя нож. Ты серьезно мог его так достать? Это впечатляюще! Прыгнуть с этих слабых канатов. Эластичных веревок. А, да. Они мне казались довольно такими упругими. Ну просто сам как использовать этот нож. Должно защититься прозрение. Сара наша для ценная вещь, в конце концов. Высота жидкости еще поднимается. Все нормально, Сара. Я знаю, ты можешь разгадать эту комнату. Скажи на что-то, что посчитаешь подозрительным, только ты сможешь составить все это. Как-то двигаться. Жидкость. Просто могу, как говорит Гин. Должно идти на. Должно идти не то, что должно идти с этим идти. Сами окошечки, вот. Три сильника освещает комнату. Какой-то белый провод. Давайте, наверное, жидкости, может, начнем. Если это была магма, то комната была бы... в комнате было бы гораздо жарче сейчас. Я смотрю, что это на самом деле. Это вообще не магма. Что? Это правда? Не верю, что это на самом деле. Но, похоже, можно тройти без проблем. Так даже если ее уровень поднимется, будем в порядке. Подождите секунду, или мог быть и в порядке, но что насчет нас? Действительно, защищены ли мы от воды? Может быть неприятно, если случится удар током. Это не смешно, нам тоже будет конец. Вы все такие ненадежные. Ну, у меня есть идея. Уровень поднялся. Это плохо. Если решение магма, то я могу спорить с рингой смотреть стены. Ну, давайте. Сейчас соберется перепроходить. Как я и думал, обнаружил переключатель на стене. Я нажму на него. Похоже, что поток остановился. Тогда это замедлит и скорой жидкости. Твоя очередь, Сара Чидоид, реши загадку за 10 секунд. Режим все снимается. Дерьмо, что нахер будем с этим делать? Или может с Гина что-то поискать? У нас есть нож. Так, вот какой-то электрический кабель, что ли? Это нашла что-то? Идеально, Ранмара, проверь этот электрический кабель. И что с ним делать? А? Что-то зажглось? Понятно, освещается изнутри. Ну вот эти подставки, да, колонны, или как их называть. Довольно подозрительно. Хорошо, я еще немного тут осмотрюсь. Только придумай что-нибудь. Может быть. Нашел, очевидно, надо, наверное, перерезать какие-то эти веревки. Может, на самом деле, провода какие-то. Означает ли что-то цвета? Возможно, эти разноцветные веревки — это подсказка к загадке. Я схочу их, я смотрю. Эти веревки, некоторые из них мягкие, некоторые твердые. Тут есть два типа веревок, мяу. Почему? Уф, не уверен насчет этого. Может ли что-то быть внутри их? Там мы должны скрыть веревки и встретить внутри. Я сомневаюсь, что эти твердые веревки можно перерезать, даже чем-то острым. Тогда мы же тогда попробуем перерезать мягкие. Это возможность у нас будет подходящий инструмент. Так. Мягкие веревки, я использую нож, чтобы прорезать их как хлеб. Так, и что? Я все нашинковала, Сара. Она выглядит довольно апатичной, но она быстро работает. А? Четыре столбика осветились. Точнее, расцветились, я бы сказал. То, что веревки сами по себе, это кабели. И перерезав их, мы оставили столбики светиться с вот этими цветами.
Ну да, мы убрали лишний, судя по всему. И теперь они к ним идут только кабели определенного цвета. Я не понимаю, что это значит? Это означает, что, наверное, приближаюсь к решению этой загадки. Точно, эти столбики — это загадка, а цвет, должно быть, скрывает ответ. Мне кажется, мы сейчас потонем. Жидкость релилась на... Кстати, сцену. Мяу, но моих ног, уф. Блин, сейчас гейм-овер случится, чувствую, надо хорошенько подумать, что делать. Сара, тут переключатель в нижней левой кол... в нижнем левом углу, можешь не нажать на него? Так, а ты какие идеи у тебя есть? Я знаю. Это же актерский ринг. Но думаю, бить нам тут некого, вряд ли сможешь победить в воду. Наверное, надо и правда что-то подключить. Ну, или нет. Похоже, что нажимая этот переключатель, можно изменить цвет столба. На кости ты его изменить белый, синий, розовый или желтый. Ну, так как к нему идут желтые провода, наверное, желтый должен быть. Ах, я не знаю, похоже, конец. Но спасибо, Ранмара. Ранмару это подойдет. Так точно. Блин, надеюсь, никто не расстроился, что его немножко обидел. Я же любя. И что? Это конец? О, у нас все получилось. Мы разгадали? Браво, Сара. А все в порядке? А? Где Хинака? Ты же не имеешь в виду. Я прямо здесь. Не пугай меня, если ты уйдешь слишком далеко, твой ошейник сорвется, ты в курсе? Не нужно быть настолько осторожным. Парные ошейники могут находиться на дистанции, ну, комнаты примерно. В общем, в одной комнате пока находится все в порядке. Ой, где ты это услышал? А, разве Мидори не говорил вам? У вас есть секундочка? Похоже, у вас есть секундочка? Мне кажется, есть разница в этой информации, которую вы, ребята, получили. А, если подумать об этом, почему Мидори говорил с нами всеми вместе? Может, информация, которую... Может быть... Это так, если речь идет об информации, которую вы слышали, также есть воспоминания, с которыми вас запрограммировали. Так что, учитывая эту общую информацию, каждый из вас получил особые знания. Особые знания? Ты серьезно, тогда есть край, ты черт побери, скажи нам. Имею в виду, откуда нам знать, что это за специальная информация? Верно, лучше пока притвориться, что мы не знаем. Каждому из нас дали уникальную ценность. Так это обстоит, верно, Сара Синпай? Я не думаю... О ценности. Это совершенно так, Юрий, что это уникальная ценность. Хинака, мы не рассматриваем вас с таким расчетом. Но все жертвы, разве нет? Люди или куклы, это не имеет значения. Твоя хозяйка довольно крутая, а? Разве мы не должны пробиться в следующую комнату? Верно, тут больше делать нечего. Пойдем. А в чем был смысл нашего пребывания здесь? Вот в чем вопрос. Пока никого особого... Ни к чему особо не приблизились, но мы получили важную информацию, я полагаю. Так, это что-то вроде художественной галереи, что ли? Кстати, чего там проходит-то дальше? А, это галерея. О, тут... Неужели тут все погибшие? Вижу Джо, Нао... Блин, бедная Нао, мне до сих пор обидно, что автор ее отправил на этот цвет. Ну, не знаю. Просто мне казалось, что что-то большее может быть. Ну, зато с Консенау хоть есть концовка плохая. Первая, между прочим. Одно за другим. Вот здесь довольно плохой вкус. Картина Снау. Это отредактированные фотографии. Зачем это делать? Какой ужасный поступок, Элис. Я всегда жалел о моем убийстве. Тем не менее, тот, кто придумал это, его стоило поставить на смерть. Я похороню тебя снова и снова, Мидори. Так, тут что-то немного недокрашено. Я могу видеть здесь границы на тот ошейник. Похоже на раскраску. Изображение казни. Это тоже устройство, которое было использовано для моего Эканы первого испытания. Не надо Эканы. Сюда. Да. А тут облачка, хоть что-то милое. Какой-то пейзаж. Почему-то этот пейзаж не напомнил. Your Time to Shine. Опять же, какие-то пейзажи. Кто-то в болезненном состоянии, упавший на землю. Эх, чисто галерея в духе Ип, короче. Картина женщины, рухнувшей в луже крови.
выглядит знакомо. А, наверное, это напарница Кейти, мне что-то кажется. Из-за картины Джо. Сара, не смотри. Я в порядке. Мне собьют с толку подобные вещи. Даже так, я не хочу, чтобы ты смотрела. Изображение Сол с широкой улыбкой. Сол. Мне интересно, почему эта картина здесь? Канна. Канна желает, чтобы она могла увидеть его таким. Изображение Мидори. Я не изображение. Мидори, как вы себя чувствуете? Кто-нибудь умер? Еще один ИИ, я полагаю. Нет, просто видеозвонок. Я наблюдаю за всеми этажами. Хм, как дешево. Почему бы на тебя не прийти и посмотреть нам прямо в глаза, трус? Это так же туп, как и твоя сестра, Элис. Я тоже хочу выиграть, ты в курсе? Ты, не смей повторять этого снова. В любом случае, ты что-то хочешь от нас? А, ладно, ладно, подумай нам какой-нибудь совет достаточно скоро. И хочу, чтобы вы все знали. Знали что? О, просто все, вы потеряли ваши потерянные воспоминания со мной и... Причина, почему Асунара заставляет вас убивать друг друга тоже. Асунара, это кто? Тогда говори уже, я хочу хорошее объяснение. Это будет естественно для меня говорить это. Мяу. Так, что ты хочешь? Разве я не сказал вам, обнаружьте это, используя ваши собственные силы? Все в порядке, я приготовил зацепки. На этих этажах и здесь я создал несколько мест, которые богаты воспоминаниями для всех вас. Ключ к воспоминаниям своего прошлого. Ах, да. И у этой убийственной игры, конечно же, лимит по времени. Мяу! Ну и продолжаться, пока у манекенов не кончится заряд батареи. Другие словами, это их продолжительность жизни. Сколько у нас часов? Если они истекут нашу жизнь, у меня высокие надежды на всех вас. Удачи! Так, подожди-ка! И все. Все еще, это все подтверждает. Организация, которая похитила нас, были Асунары. Да, Асунара также называется еще и приют, из которого Кьютара, если не ошибаюсь. Асунара. Ну да, вот, собственно. Мой приют тоже называется Асунара. Есть ли все-таки какая-то связь? Кто знает. Воля еще что-то странное в этих словах. Не знаю. Точнее, более что-то странное в этом особняке, в этом приюте. Не знаю, все были правда дружелюбными. Я серьезно. Не хочешь думать об этом, что хорошие люди вокруг себя могли быть вовлечены в эту смертельную игру? Давайте искать, на этом этаже где-то есть зацепки. Верно, время действует, сейчас действовать, а не волноваться. Канна тоже хочет знать, Мидори, похоже, все-таки знал Соу в конце концов. Да. Надо же хотя бы убить своими руками. Так, кровь текущая из руки. Да, в общем-то, особо увидеть кого-то нечего. Да, я что-то даже в двери не могу пройти. Так, ладно, дальше у нас вот эта комната. А, это действительно лифты? Лифты? Насколько далеко они едут, мяу? А, они, похоже, не работают. Дверь крепко закрыта, силой ее не откроешь. Да, ну я даже не знаю. Так, ладно, видимо, тут нам тоже ловить нечего. Это шкафчик имел? Сомнительное место, что я вам скажу. Осторожней с обыском здесь, Сара. А? Верно. Шкафчик открыт, внутри ничего. Какое-то черное пятно на полу, может... Кейс так удивился, то, что как-то связано с ним. Может, свалиться такие шкафчики. Что-то накапало сюда, возможно. Внутри ничего. Такое же загадочное пятно, как в моей демке в полицейском участке. Ну что-то тоже особо непонятно, что может тут ловить, какие-то колочки у нас здесь. Но опять же, ничего такого нет. А наверху красное пятно на потолку. Это след крови? В этом нет сомнений. Кейти? Почему здесь кровь на потолке? Не знаю, но она больше не просачивается. Наверное, прибрались, плюс прошло время. Что случилось в этой комнате, мяу? И уверен, какая-то ловушка или что-то подобное уже активировалась здесь. Кто-то приходил в эту комнату. И при этом некоторое время назад. Буаль так он-то использована для первого испытания. Возможно. Несмотря на это, манекен никак на нее не реагирует.
Я думал, это был один из них, но... Да, конечно же, они бы напугались, если бы они видели в комнату, в которой умерли. Мяу, я не хочу здесь находиться, уф. Кстати, вспомни, что была какая-то вроде белая комната, в которой чувствовалось, что кто-то умер, был убит. Я все думаю, что это действительно как-то может быть связано с Кейдзи. Вообще за Кейдзи очень переживаю все-таки. Интересно, что это за место? Думаете, это... туалет какой-то? Довольно сомнительно, мяу, не хочу туда заходить. А? Сдерживаться? Плохо для твоего здоровья? А, нам больше не нужно посещать такие места, так что нам повезло. Не говори вещи, на которые тяжело ответить. Это смущает. Дверь крепко заперта. Она не открывается? А, это нехорошо. Ха, отстойно для людей. Символ, который выглядит как люди. Что же, тут что-то у нас тоже ничего нет. Старт закончил осматриваться здесь. Да и ниже ничего выделяющегося. В таком случае это означает, что мы искали все комнаты на этом... на этой карте. Где же средов Семидори? Тут есть пара мест, может он в шкафчике сидит. Есть несколько мест, куда не смогли отправиться. Что нам делать? Эй, это просто идея, но может мы должны разделиться и обыскать искать фарами. Мы видели все ловушки в комнатах. Как раз более эффективно будет искать... так, чем... двигать большой группой, верно? Он прав, и у нас ограничение по времени. Ну, наверное, придется разделиться. Хорошо, давайте искать по отдельности. Верно, вот теперь ты правильно говоришь. Кана должна идти с этим человеком? Очень жаль, я тоже не очень хорош в том, чтобы нянчиться с детьми. Нам понадобились тут взрослые, Элис, изыщай Кану. Что? Хочешь, чтобы я присмотрел за ней? Как раз моя специальность. Так что уважай мои братские способности, Кейти Шиноги. Профессиональный брат, правда, он был младшим или все-таки старшим. Черт, я все забыл. Ах, да, 47 минутка. Да? Кейти приблизился к моему уху. Ты должна присматривать за тем, что делают пары. Я понимаю. Ха, хорошо. О чем вы говорите? Давай пойдем, Сара. Верно. Ну что ж, теперь мы вдвоем. Остальных он что-то объединять не стал. Гин тоже, между прочим, в одиночестве с непонятно кем. Кстати, может быть, два человека подразумевается на самом деле, что мы тут должны быть ровно вдвоем. Правда ли это туалет? Так это выглядит с первого взгляда. Дверь не открывается. Если это был туалет, он был бы заблокирован. Подождите, этот символ будет так, будто не держится за руки. Может быть, это зацепка к тому, как открыть дверь? Взяли Ромару за руку. Открылась. О, что? Почему? Конечно же, этот символ был подсказкой. Возможно, что кому-то врезать то, что туда входили два человека вместе. Серьезно? Ты умная, Сара. Ты слишком напряжена, Ранмаро. Ты потратишь свой заряд батареи, если будешь так трястись. И чья это вина? Должна ли я войти внутрь? Пойдем. Только мы войдем, нам придется разобраться с тем, что внутри в одиночестве, нам лучше быть готовыми. Верно. Что-то я не особо готов. О, как мило. Не удивились ли какой-нибудь лав-отель подразумевается под этой комнатой? Что это за место? Какая-то ужасная такая пушистая комната. Добрый день. Блин, отрисовка вообще другая. Пожалуйста, будьте спокойны. А, отойди, Сара. Это обструктор. Я принесу чая. А? Она не атакует? Чай отравленный будет. Она не враг? Я не знаю, но... В любом случае, давай смотри эту комнату перед тем, как она вернется. Ярко-красная книга. Зань Григорий, с задней стороны написано. Пожалуйста, верните это вовремя. Это одолженная книга. Компактные ящички. Смотрим, что внутри. Зубная щетка и краски. Интересное сочетание. О, господи. Что вы делаете? Если хотите, это можете забрать. Для случая, вот ваш чай. Конечно, спасибо вам. Эй, ты не обструктор? О, нет, я обструктор. Но мне не нравится сражаться. Раз слушать, как люди разговаривают здесь. Это комната обсуждений. Комната обсуждений? Сара, ты всегда был со своими союзниками. У тебя никогда не было времени подумать о себе, верно? Посмотри, взгляни еще раз в свои чувства. Говори правду и сможешь разобраться с тем, что у тебя в голове. Правда? А, этот чай хорош.
И не кажется отравленным. Так Ронмару тоже его пьет. Смерть. Я пригубила чай. Не смогла немного расслабиться. Всегда с моими союзниками, а? Может быть, она была права. Мне едва ли было время спокойно подумать самой собой. Наедине, так сказать, в одиночестве. Потому что я знала, что если я покажу такое, то что если я так раскроюсь, отчаяние напомнит мое сердце. Но сейчас все отличается, здесь никого нет. Я хочу сбежать со всеми или не хочу умирать? Конечно же, я хочу сбежать со всеми. Меня мучили галлюцинации Джо, но это на самом деле было не так. Это был мой собственный голос. Я заставляла Джо говорить мысли, которые я подавляла. Победа на кону, верно? Победа? Только один человек может выжить, тогда смертельная игра закончится. А я не удивлюсь на самом деле, если в последней игре, да, у нас реально будет карточка жертвы. То есть раньше всегда было не так, да, фермы вообще были мастером ключа, а обычным человеком. Вот самое время нам стать, мне кажется, мудрецом или жертвой. И вот тогда, конечно, все будет очень непросто. Такая страшная вещь. Подожди секунду, так только один человек в итоге может слушать в этой игре? Да? 6 человек осталось. Наконец, близок. Может быть, уже через день все кончится. Даже за день. Невозможно, мы не пожертвуем кем-то еще. Но ты знаешь, сможешь ли ты убить Мидори? Я не высимпатизирую такому отбросу, но когда я вижу, как кто-то движется, я думаю, я невольно вижу этого кого-то как человека. Я могу убить его. Если чтобы защитить моих союзников, я убью его. Все распокоятся этой смертельной игрой. Мы должны быть безжалостны к нашим врагам. Как мне эта фраза нравится, я уже в 3 прохождениях, по-моему, говорил. Сара. Что насчет тебя, Ранмаро? А? Ты в паре ради цели или вы партнеры? Ты можешь еще раз взглянуть на себя тоже? Вернитесь как-нибудь вы оба, потому что это место, чтобы предназначено для того, чтобы найти себя. И утомлена. Постелька. Кажется, вот эта девичья комната, но она сильно отличается от моей комнаты. Похоже, и тут нечего. То есть диван. В этой комнате такой приятный запах. Свет идет через окно. Сомневаюсь, что это настоящий солнечный свет. Какой же вы недоверчивый. Ладно, похоже, мы тут все осмотрели. Сара, можем поговорить секундочку? Давай сначала вернемся назад, я немного устала. Нет, это важно, это должно быть сейчас. Признание в любви. Ты признаешься своей любви ко мне? Что это за цветистый язык? Я шучу, так что такого важного? Сара стала кованом в третьей части с моей легкой руки. Есть. Человек из Асунара среди нас. Это Кьютара, я знал, это знал. Я думаю, что это специальная информация, которая есть только у меня. Асунара, другими словами, кто-то из организации похитителей среди нас. Один из выживших или один из кукол? Наверное, он не знает. Это один из выживших? Все, что я знаю, что есть человек из Асунара. Человек. Не просто так это выделено. Манекены куклы, так что если подумать об этом, все, как ты говоришь, не может быть. Невозможно. Кейти, Кана, Элис, один из них может быть из-за Сунара. Эх, если Кана кажется главным злодеем, вот это будет поворот. Хотя Кана может умереть, так что достаточно странно родить его каким-то мастер-майд. Мне как Китара кажется очень странным молодым человеком. А вдруг это Гиб? На самом деле это 40-летний карлик. Злой гений, который просто притворяется ребенком. Прости, что потревожил тебя. Но это был единственный момент, когда я мог это сказать. Верно. Я тебя совсем не знаю, Сара, но... Будучи в паре, мне это не очень нравится. Точнее, быть просто парой, мне это не очень нравится. Сара, еще кое-что. Что? Нет, извини. Ничего. Все же мне кажется, что они все не просто так, возможно, даже нас по какому-то принципу объединили в пары. Да... А, погодите, у нас есть краски, вообще-то, да? А у нас там, между прочим, в галерее была недокрашенная картина. Где вещи-то? У нас вещей нет. Да что ж такое? Так, в общем, возможно, мы сможем ее докрасить. О, ребята, вы тут чилите. Так, надо со всеми поговорить перед тем, как что-то красить.
Меня что он тянет присмотреть за ребенком художественной галереи? Тебе даже не нравится искусство? Мы тут не веселимся. Иди ищи. Блин, и часов фраза от Элиса, твоя тупость такая хитрая. Тосыть коварный дурачок. Мидори сказал нам вернуть наши воспоминания, правда? Интересно, были наши воспоминания стерты? Мне кажется, что мы давали ему имя, это может иметь какой-то больший эффект на самом деле. Обычно это было бы просто немыслимо, но Сафалин была эта машина, так что думаю, это не невозможно. За этой картиной у меня сердце болит. Я стану настоящим убийцей, если я должен. Так, давайте сначала прогуляемся, хочу познакомиться со всеми остальными, но... А где все это, собственно говоря? Где остальные пары? А, вот и Китара. Еще с него ДТС. Пребывание с вами меня порой угнетает. Китара? Не флиртуй, пожалуйста. Пожалуйста, не надо флиртовать. Я не флиртую. Ты это Мэй скажи. Хозяин, не нужно быть таким болтливым, вы должны искать. Вот это абьюз. Пожалуйста, проверь даже не открывающиеся шкафчики. Проглядывайте за... Следите, выглядывайте его в ушки тоже. А? Конечно, я не хочу быть уничтоженной. Как у вас средств выносливости, а? Вы крепче, чем мы? Понять не имею, не хочу проверять на самом деле. Если бы только не зельность какого-то суперсплава, тогда можно было не волноваться о смерти. А я не бы хотел быть полностью твердой. Мидос, смотрите, моя кожа вся мягкая. Пожалуйста, Сара, коснись мои щеки. А, потереть ее. Не знаю, давайте рискнем. Ну ладно, вперед! Ее щека мягкая, как и у человека. Потрясающая, даже не увидите, как кукла. Теперь как насчет твоей щеки, Сара? А? Она такая мягкая. Так вот какова кожа тинейджера. Ликана крифовая, на самом деле. Чисто, по-моему, готовый сталкер. А, я думаю, нам лучше еще немножко. И... Боже. Теперь, когда я думаю об этом, мы не состаримся или не заболеем уже тоже. Во, разве не к лучшему? Быть куклой на самом деле не так уж и плохо. Как позитивно. Так. Тут я был. Где оставшиеся-то? Я посмотрел, видел три пары, где еще две пары? А, понятно, они тут чилят все. Похоже, здесь много мусора просто лежит здесь. Он такой тяжелый, и трудно разобраться, что к чему в темноте. Да. Даже когда есть комната, которая не открывается, зачем обыскиваем подобное место? Ну, Кейди, мой босс, так что я думаю, буду подчиняться ему. Эй, ты, костюм и очки, держись рядом со мной, мяу. Да, я знаю, это моя роль защищать тебя, верно? Чем ты говоришь, мяу? Ты выглядишь слабым, так что я теперь тебя защищаю, вуф. Гид, как всегда, очень прелестный ребенок. А, спасибо тебе. Я нашел сломанную лопату. Я думаю, что она может полезна как оружие, если ее починить. Я ее при себе оставлю. Не, нет нужды, верно, Сара? Я думаю, ты должен оставить ее здесь. Почему, если собираюсь просто ставить ее, то вы же не просите, чтобы я взял ее, верно? Конечно, но мне как-то неуютно думать о том, что вы, ребят, будете ходить с оружием. Что такое, вы все еще не доверяете мне? Брось это, Хаясака. Мистер полицейский приглядывает за нами. Если нам нельзя доверять. Нам нельзя будет доверять, для нас все кончено. Я знаю. Какой же у нас низкий статус. Мяу, расслабься, костюм и очки. Оружие или нет, у тебя есть я. Уф. О, правда, как ободряет. Вау. Так, ладно, давайте все же вернемся в галерею и попробуем порисовать. Хорошо, давайте попробуем... Да, красить все. Хорошо, получилось просто замечательно. Ну, как сказать. Мне кажется, ясно видно, где мы приложили руку. Оу. Оу. Картина. Неплохо, должно быть устройство, среагировавшее на краску. Все мои усилия на раскрашивание были потрачены впустую. Эх, ну, конечно, приятно видеть, что Сара так взбодрилась после прошлой части, где она была просто в ужасном состоянии после смерти Джо. Что, собственно, абсолютно понятно. Но, тем не менее, рад видеть, что она снова вернулась более-менее в форму. Что же, возможно, это питает энергией лифт? Хорошо, давай включим, нажмем.
Мне похоже, что это была ловушка. Проверим лифты. Так, ну лифты, так лифты. Да, я с ним уже общался. Так, ну что, поехали. Что-то не активировано. Нажмем кнопку вверх. Сработало. Правда работает? Что нам делать? Наверное, придется позвать их и попробовать. Хорошо, давайте берем их. Ой, блин, мне что, опять все локации обходить? Я ж только что-то делал. Эй, Сара. Кейти, так ты был здесь? Да, так как гейм был так взбудоражен. Я лидер, так что я должен хорошенько искать и держать и следить за моими подчиненным, мяу. Гин, твоим подчиненным. Это я, у нас быстро инвертировались отношения. Так, вы узнали что-нибудь? Ничего. Ну пойдем к лифту, мы ставили его работать. Это наш Сара. Я буду там. Костюм и очки, ты тоже идешь, мяу. Ладно, подождите меня. Блин, как же будет просто гин этого несчастного. Я слышу, как что-то щелкнуло у моей ноги. Наступил на что-то. А? Костюм и очки. Ты летаешь, уф? Ой-ой-ой-ой-ой. Костюм и очки. Что происходит, мяу? Что это за ловушка? Мы должны спасти его. Нас не очень много на самом деле. Это какой-то магнит. Наверное, там установлен. Не могу дышать. Что это? Костюм и очки. Что за? Это ловушка? Успокойся, будь спокоен. Кайса касается потолка. Что нам делать? Ну, для этой ситуации, конечно, у нас не то, чтобы много времени. Сейчас давайте наблюдать. Даже протягивает какими-то тонкими проводами. Мы должны отвязать его. Можно даже снова наступить на переключатель. Мы с этим ничего не сможем сделать. Мы ничего не можем делать. Мне нравится, она говорит это с такой улыбкой, будто бы Алиса умерла. Мы ничего не можем сделать. Ой, хрен с ним. Давайте наблюдать. Хайсака касается потолка. Я не знаю, что нам делать. Кейди, может у вас глаз поострее? Все как и раньше, должны быть исследы, чтобы решить загадку. Но в этот раз не вижу ничего подобного. И знаешь, шкафчики тоже не откроются. Так что же именно? Пожалуйста, поторопитесь. Моя шея болит. Кто-нибудь, помогите. Наступить еще раз. Проклятье, сделай этот переключатель. Я ищу повсюду, но здесь ничего нет. И кто знает, что случится, если я еще дальше зайду в эту комнату. Дерьмо. Я спасу тебя, мяу, костюм и очки. И нашел назад в комнату. Не? Ой, блин, нет, гин! Нехорошо, эта комната опасна. Это магниты. Черная пластина на потолку притягивает их ошейники. Не может быть, это практически как будто их повесили. Да что же делать? Я не знаю, что нам делать. Видимо, ничего. Я говорю тебе, вы не можете ничего с этим сделать. Мы никогда не звались раньше. Если подумаю об этом, то, конечно. Просто, что ты говоришь, не становится правдой. Внезапно был механический шум. О, ты в порядке? Игин тоже? Здравствуйте, вы меня можете слышать? Мидори? Извините. Эта ловушка в комнате со шкафчиками была для казни, понимаете? Не старался использовать ее, но, видимо, она вышла из-под контроля. Я поторопился остановить ее. Эти двое в порядке? Гид без сознания. Так он жив? Ах, слава богу. Мы все еще сможем очень много поиграть. Какой ужасный человек. Что с Гином? Он довольно сильно ударился головой о потолок. Но благодаря его капюшону рана незначительна. Но если бы он повисел еще немного, то он бы начал удушать. Он бы умер. Это был не сбой системы, просто хочет, чтобы манекены... А? Эй, что нам с ним делать? Оставить его где-то? Нет, если обструктор найдет его, он... Хайсака, ты понесешь его. Я? Гин, твой босс, верно?
Хорошо, я понесу Гина и пойду с вами. И в группе тоже быть все равно безопасней. Поняла. Блин, какие это тянские мертвые глаза. Так, остальных нам, наверное, тоже надо найти или что? Все собрались уже. О, Сара, посмотри, лифты работают. Гин? Эй, что случилось? Так говорите мне, что Хиесака... Расслабьтесь, ладно, Гин просто потерял сознание. Не о чем беспокоиться. Сейчас сконцентрируемся на лифтах. Похоже, они работают, но... Правда ли ничего страшного не случится, если мы используем их? Действительно, левые и правые лифты. Возможно, что один из них это ловушка. А, едьте на любом, который вам нравится. Испытайте свою удачу. Правый или левый? Наверное, левый. А, пожалуй, беру левый лифт на основании того, что я левша. Я уберу левый. Кана пойдет с тобой. Кажется, для неудачно выбрать не то, что выбрала Сара. Да просто забирайтесь уже, давайте двигаться. Что ж вы такой агрессивный? Что же, немедленно мы начали двигаться, не уверены в том, что ожидает нас, мы двигались вперед. Или надо было направо заходить. Мы поднялись наверх. Похоже, мы добрались без инцидентов. Эй, давно не виделись. Хорошо, только то, что ехали безопасно. Какое облегчение. Ребята, Мидори может быть на этом этаже. Будьте осторожны. Верно? Что-то лежит на земле. Интересно, что это такое? Все ли хорошо? Мне становится очень скучно, так что написал вам это письмо. Я дам вам карту, так что, пожалуйста, давайте увидимся поскорее. Мидори. Какое странное письмо. Под картой подразумевает. Вот еще больше. Так, ну это точно какая-то полиция, мне кажется, судя по этому значку. Конечно же, это карта этого этажа. Это где мы находимся сейчас. Теперь мы можем, в общем-то, менять этажи. Очень удобно. Так, ну давайте осматриваться и здесь тоже, я полагаю. Тут тоже есть комната со шкафчиками. А, только не снова. А, такая же комната есть и внизу. Осторожнее все. Кажется, немного чище, чем та, что внизу. Кровь могла тогда оттуда накапать. Да, такое чувство, это неиспользованная комната. Тут все шкафчики закрыты, что интересно. Так, здесь установлен... Да что же я так заговариваюсь? Установлена маленькая колонка, как я понимаю. Ее можно забрать. Ну, подождите, а разве это не записыватель голоса? Я это видел где-то раньше. Может, там и записано что-нибудь? Кто есть переключатель сзади? Мне нажать на него? Ладно. Это первое испытание. У вас 5 минут. Если вы не сбежите вовремя, вы потеряете свою жизнь. Вы не одни. Ваша судьба связана с кем-то, кого вы не можете видеть. Однако, если вы откажетесь от этой связи и будете готовы предать этого человека, вы сможете безопасно уйти. Следуйте голосу вашего сердца. Это все. Как я и подозревал, эта комната использовалась для первого испытания. Первая игра, через которую нас заставили пройти после того, как привезли сюда. Испытание, основанное на сотрудничестве. Никогда не слышал о таком раньше. А я вот слышал во втором Zero Escape. То же самое. Надеюсь, там на кнопки не надо было нажимать. Извините меня, манекен, но эта запись звучит знакомо. Блин, я почему-то на 100% уверен, что эта комната связана с Кейти. Вот что-то мне это подсказывает. Там дальше еще и что-то похожее на полицейский участок есть. Кана. Нет, совсем нет. Мы видели только момент наших смертей, понимаете? Да, начало наших испытаний было срезано с видео. Не можем вспомнить ничего перед тем, как мы умерли. Вот как. Что-то не так, Элис? Нет, ничего, наверное, просто мое воображение. Если это тоже подсказка, связанная с нашей памятью, тогда нам может понадобиться обсудить наши первые испытания снова. Что-то лежит здесь. Передатчик. Если у нас был еще один, мы, наверное, смогли бы поддерживать контакт. Это Май, вы слышите? Может, что-то подобное? Да, это Мидори, придумали способ убить меня. Алло, это Мидори. А? Увидимся позже. Ты заставил мое сердце остановиться. Похоже, что другой передатчик у Мидори в таком случае. Очень весело, давайте посмотрим, что это. Блин, это реально полиция.
Что, полицейский участок? Мое сердце, чтобы еще назабилось от визита сюда. Припаркованная полицейская машина. Сомневаюсь, что здесь есть топливо, но двери открыты. Тут... Я вместо права хотел сказать дрова, да что ж со мной не так? Тут права на сиденье. Что? Кэдди? Да, конечно. Это должно быть место воспоминания для вашего дружелюбного полицейского. А? Если понравится воспоминание, думаю, мне придется рассказать тебе сейчас. Помните историю, которую я рассказал вам о том, почему я хотел стать полицейским? Да, припоминаю. Немножко. О, молодой Кэдди. О. Йо, пацан, снова поранился? О, какой мэн. Это этот патрулирующий старик. Блин, я, кстати, реально думал, что был старик, но это же какой-то молодой парень совсем. Я еще предпочитаю мистер полицейский, ладно? Я не старик. Оставь меня в покое. Я просто споткнулся. Что за врунишка? Ты подрался, верно? Я видел, как это произошло. Заходи в участок, у нас есть вкусный кофе. Из прокуратуры привезли, наверное. Кто бывает на стримах, тот понял. А, так вот почему ты начал бить. Медо, эти ребята смеялись надо мной. Клоки справедливости, а? Мне это нравится, но это на самом деле не очень хорошо. Почему нет? Я же был прав, разве нет? Точно, чем больше ты прав, тем меньше причин останавливать тебя от того, чтобы размахивать кулаками, верно? Но копы используют силу, чтобы останавливать преступников, верно? Временами, конечно, но... Ну ладно, пацан. Может ли быть, что ты хочешь стать полицейским? А что, если хочу? Ну, а... Ты выйдешь своего дружелюбного полицейского и захотел стать таким тоже? Это проблема? А? Пацан, нет, Кейзи, у меня есть кое-что хорошее для тебя. А? Это талисман на удачу от мистера полицейского. Эта штука, которую вы всегда носите, она разве она не важная? Да, это будет проблема, если я потеряю ее. Тогда я не хочу ее. И типа, разве... Эта штука не предназначена как пожелание для безопасного деторождения? Да, потому что мистер полицейский скоро будет папой. Хорошо, давай сделаем это. Кейти, когда ты станешь полицейским, принеси мне это обратно. Что? Эх, он тоже рыжий. Может, как не связан с Кьютара, когда ищешь связи повсюду. Все должны быть связаны друг с другом. Ну, долг зовет. Приди, навести меня как-нибудь, Кейти. И не оставляй свой кофе в следующий раз. Я не буду никаких обещаний. Я надеюсь на тебя. Какой милый молодой человек. Так что да. Никогда не думал, что придет день, когда я расскажу это кому-то. Кейти. Ты открылась по своей воле впервые, должно быть. Это были хорошие воспоминания. Это, конечно, долго ты рассказывал. Не, ну я не буду так себя вести с Кейти. Это первый раз, когда ты по своей воле решил рассказать нам о себе. Думаю, да. Может быть, я хотел, чтобы ты знала об этом, Сара. Ха, я тут, блин, был уверен, что это место, где не отчитывали, когда я выскался до жестокости. А, какое ужасное воспоминание, если сравнивать. Так, внутри все непроницаемо темно. Ни единого стола, там совершенно пусто. Что же, видимо, тут нам больше нечего делать. Я думаю, тогда это хороший момент, возможно, чтобы закончить. Или лучше смотреть все. Ну ладно, думаю, мы уже достаточно долго записываем, потому что там опять же могут быть какие-то флешбеки, и тогда серия растянется на час и больше. Так что давайте закончим сейчас. С вами был Авангард. Надеюсь, что вам понравилось. И до новых встреч, друзья. До новых встреч в следующей серии. Всем пока.